сюда, ваш гостеприимный город. Порой мы даже не помним, с какими номерами мы приезжали лет 5-6 назад. Потому что для нас самое главное, чтобы этот Ледовый дворец был полон вами. Теми людьми, которые по-настоящему будут сопереживать всему тому, что будет происходить на этой ледяной сцене. Поэтому вновь сердечно говорим вам огромное спасибо, что этот Ледовый дворец полон вами. И что вы решили этот вечер провести именно в нашей компании. Спасибо, Екатеринбург! Кстати, год назад, после выступления здесь, мы сидели в лобби гостиницы и смотрели, как наши ребята, наши спортсмены, наши российские фигуристы начинали борьбу на нашей домашней зимней Олимпиаде. И вот прошел год, и сегодня мы можем поздравить всех вас с победой в общекомандном медальном зачете, этим триумфом нашего российского спорта. Браво, ребята! А мы, давайте уже от слов переходить к делу, и наш сегодняшний вечер открывает ваш земляк. Тот человек, который буквально несколько лет назад только начинал кататься здесь. Но Екатеринбург сделал его настоящим чемпионом. Для вас чемпион России Евгений Кузнецов!